Всем привет! Продолжаем наше занятие. Сегодня мы будем доделывать то, что у нас еще осталось недоделанным. Начинаем, Сашуля, опять с гимнастики. Давай у нас теперь мы здесь будем раскрашивать ведерки. Первая ведерка у нас будет артикуляционная гимнастика, вторая ведерка будет дыхательная гимнастика, и третья ведерка у нас будет сам звук «Р». Рычать будем, да? Так, давай начинаем с гимнастики. На, держи. Вот здесь внизу держи, чтобы было и тебя видно, и тебе было видно себя. Давай, начинаем. Зубки правней. Угу. Окошко. Зубки, зубки, зубки. Угу. Делай, делай, делай. Шарик. Часики. Смотри, смотри на себя тоже. Качели. Вот, сейчас уже качели у тебя правильно получаются. Молодец. Чем больше мы делаем гимнастику, тем лучше уже будет все непосредственно получаться. И даже сама дикция от этого тоже может улучшиться. Не то, чтобы там произношение конкретных звуков, но вообще дикция в целом. Так, блинчик. Ковшик. Да, старайся язычок широкий держать. Не остренький, Сашуль. Вот блинчик сделала, да-да-да-да-да, а потом вот так. Молодец. Не широкий, да-да-да, вот так вот. Не остренький, а широкий язычок. Умница, все правильно. Угу. Маляр. Покрасили потолочек. Ротик можно пошире держать. Хорошо. Лошадки. Подбородочек на месте, только язычок работает. Смотри, Сашуля. Ротик пошире. Ротик пошире. Угу. Вот-вот-вот-вот-вот. Грибочек. Прилепили. Молодец. Держи, держи. Улыбайся теперь. Улыбочку. Хорошо. Так-с. Давай-ка пока что здесь закончим. Давай теперь подуем. Дуем. Не как свистим, а просто дуем все вперед. Да-да-да-да-да. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй. Еще. Угу. Вдыхать можно носиком, лучше даже носиком. Вдох носом, выдох ртом. Смотри, Саш. Хорошо, еще. Хорошо, так, у нас получается два ведерка, уже теперь нужно раскрасить. Смотри-ка, а можно раскрашивать, мы сегодня с тобой будем не карандашами делать это, а ручками. А потом у нас будет даже еще интереснее. Сейчас ты моешь как угодно, каким угодно цветом, первые два ведерка. Давай. Ну, давай, сам прыжай быстрее. Можно даже как-нибудь поинтереснее раскрасить. Не обязательно все. Как угодно, давай. Ну, давай, давай, сделаешь. Можно узорчики уже здесь. Да. Хочешь там? Да-да-да, можно и сердечко здесь нарисовать, как хочешь. Так, еще давай подуем, Сашуль. Второе ведерко, чтобы доделать нам, смотри-ка. Змейку. Сейчас, сейчас. Давай, змейку. Раз уж начали, давай. Угу. Тихо, еще. Вот, змейка уже у тебя тоже лучше получается. Хорошо. Да, ты не пытайся сдувать ее с языка. Просто дуй ровненько, чтобы она хорошенечко развивалась, и все. Давай. Еще. Дуй. Угу. Хорошо. А теперь давай еще вот такое упражнение сделаем. Парашютик. Язычок кверху и постарайся с носа сдуть. Хорошо, хорошо. Еще. Вот, молодец. И еще разок. Хорошо. Так, давай раскрашивай теперь оба ведерка. Первое и второе теперь получается, да? Продолжаем. Давай теперь дальше. Язычок наверх. Би-би-би-би-би поделай. Би-б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 и. И подула сильно-сильно. Нет. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. Угу.
ровно на бумажку, на язычок, горлышко выключили. Молодец, еще. Хорошо, еще разок. Молодец. Так, а теперь мы с тобой будем раскрашивать вот эти вот буквы и цифру. Образец я тебе нарисовала на доске. И первое у нас будет вот такое задание. Нужно раскрасить цифру 1 как барабанчик. Делаем барабанчик и точечки рисуем. Так, барабан, как мы с тобой сделали? Да, 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 да. И одновременно рисуй точки по образцу. Ну, то есть, как хочешь. Просто точками заполняем определенным узором. Да, 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 да. Ротик пошире открывай, Мусь. Да, да. Пошире ротик. Нет, 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 нет. Сашуль, Саша. Вот так вот, смотри, приоткрыла. Да, да, да. Еще сделай так. Да. Нет. Да. Вот, 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 вот. Поделай еще. Да, 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 да. Хорошо. Теперь у нас следующая буква будет какая? Смотри-ка, какой узор должен быть. Да, и это у нас будет дождь. Вот теперь тот же самый барабанчик, но только побыстрее. Да-да-да-да-да-да-да. Ротик шире. Подбородочек вниз. Саш, не сама вниз, а подбородочек вниз. Шире рот. Саш, еще разок, смотри. Вот так. Можно, смотри, как сделать. Сбоку вот так вот подставить пальчик, чтобы рот не закрывался. Вот так. Вот так, в бок его. Вот, вот, чтобы он тебе не мешался, убери остальные пальцы в кулак. Вот. Да, для того, чтобы рот не закрывался во время произнесения «р», можно придерживать вот здесь вот между зубами пальчик. Так, следующая буква у нас какая? Вон, смотри, какой там узор. И это у нас будет короткий «р» с пальчиком. Др. Еще. Ну, давай палочкой, если хочешь. Как это она? Ну, ты поделай сначала, а потом... Давай 10 раз. А теперь раскрашивай. Так, как там? Вот так, да. Можешь разными цветами? Точно, я знаю. У тебя еще там зеленый есть. Темно-зеленый даже у тебя будет. И фиолетовый. Ну а черный для. Ну, как угодно. Так, следующее. Теперь делаем короткий «р», но без пальчика. Др, др. Сильнее дуй. Делай, делай, делай. И вон у нас какая следующая буква? Я. Нет, смотри, какая следующая. Н. На. Да? На. Ну, делай так же. И делай так же. Р, р, р. Сильнее дуй. Саша, не торопись, помедленнее. Сильнее на язык. Да-да-да. Сашу, старайся поймать то положение, при котором будет легче. Сейчас не то пошло. Язычок. Нет-нет-нет-нет-нет. Представляешь, что у тебя там палочка. Так, и следующая буква у нас какая? Смотри здесь. Я. Так, клеточку. А теперь стараемся вот так вот рычать шепотом. Как будто храпишь. Давай. Посильнее язычком.
Но шепотом. Воздух сильно. Да, не надо. Воздух посильнее дует. Хорошо. Беззвучно. Да. Молодец, похрапели. Следующая буква. Смотри как. Чешуя. Вот такие. Чешуя, да. И здесь просто рычим уже позвонче. Давай. Горлышко выключили. Сашу, давай еще разок. Смотри, поставила язычок туда наверх, на бугорочек. Дуешь на язычок, горлышко. Да, старайся еще, послушай меня как. Послушай. Старайся так делать, чтобы язычку было немножечко щекотно. Вот, то есть ты, чтобы воздух, который идет на язычок, чтобы ты его чувствовала. Давай, 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 давай. И раскрашивай следующую букву. Следующая буква у нас будет вот так вот, получается, да? И у нас здесь будет то короткий, то длинный. То такой, то такой. Ну и делай, раскрашивай. Где? Хорошо, и последняя буква осталась. Там вон какой узор сложный. Вот такой вот, вот такие вот, как будто кирпичики. Здесь уже... А, это как на замке всегда. Угу. Здесь уже можешь рычать как хочешь. Хочешь длинный, короткий, хочешь короткий, хочешь длинный. Какой тебе легче, такой делай. Какой тебе проще говорить «р»? Длинный, короткий? Ну, я... Самой как легче? Длинный? Ну, давай так-то длинный, давай. На язычок сильней. Сильнее, сильнее. Вот, 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 вот. Вот, давай, давай. Да, 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 побольше воздуха. Вот, 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 молодец, осталось совсем чуть-чуть. Воздух, если заканчивается у тебя, допустим, носиком вдохнула и продолжаешь. Чуть-чуть осталось. Молодец, молодец. И последний рывок. Вот, хорошо. Теперь уже можно раскрасить последнее ведро. Как угодно и как угодно рычишь. Давай тоже. Что? Давай, давай. Последнее ведерко. Так. Точно. Можно каким-нибудь горошек, я тебе предлагаю. О, горошек. И давай коротенькие ры. Коротенький, мне кажется, тебе проще вообще. Р-р-р-р. Почему короткий проще? Потому что здесь сильнее идет выдох, что нам и нужно в данном случае. Угу, молодец. А теперь делаем вот такое задание. Собираем пазл, он простой. И одновременно, когда кладем какую-то часть, говорим р. Угу. Ну вот с этой проще и начать. Р. Сильней. Угу. Так, откуда? Да не торопись. Ты по этим смотришь. Ну, делай, как угодно.
не понял. Ну вот они тебя и запутали. Поэтому ты лучше смотри не по этим вот штучкам, а по картинке. Как? Ну, картинку собирай. Так. Угу. Выдох сильнее на язычок. Не забываем. Правильно, чтобы было. Нам же главное что, Сашуль? Не просто так лишь бы как-нибудь сказать, а сказать красиво, да? Научиться правильно делать. Как попало, мы уже умеем. А теперь нужно правильно. Давай, давай, я держу. Так. Хорошо. Угу. Вот он, оказывается, не отсюда был. Да-да-да. Не запутал. А это? Р. Посильнее, Саша. А это уже по естественно куда? Вот сюда. Р. Еще больше. Вот, молодец, все собрали. Хорошо, а кто это такой? Что мальчик. Делает мальчик? Плавает. Саша, а что этот мальчик делает-то? Плавает. Так, плавает. А где? В море или в океане. Угу. Ну, по сути всему, это море. Так, и он не просто так плавает, он плавает прямо там наверху? Нет. На поверхности нет, воды? Внизу, значит, как еще это говорят, если под воду уходит? Под воду. Если под воду вот уходит, как это называется? Какая-то взяла и прыгнула с берега в воду. Туда нырять. Прям... Так, вот он ныряет. А что это такое вот у него на ногах? Ласты. Так, это ласты, а это? Это очки специальные, которые угу. А зачем нужны ласты, зачем нужны эти очки? Очки, чтобы глаза не колили, и чтобы было смотреть. Так, было чтобы смотреть можно было смотреть под водой, чтобы можно было открыть глаза, да, чтобы им не было больно, особенно от морской воды. Какая морская вода? Угу. Да, и глаза может быть не очень комфортно, грязь тем более может попасть. Поэтому вот надеваю специальные очки. А еще бывает к очкам, вот к этим вот здесь вот еще бывает приделана какая-то трубочка. А, трубка, она не приделана, она просто дышать, чтобы. Так, а как это называется? Это называется маска, наверное, маска, специальная, да? Да? Зачем она? Как так дышать? Ну, дышать. Ставишь ее в рот. Насушу трубку и вперед, поплыть, угу. Дышать хоть. Да, то есть ты можешь плыть под водой, как рыба прям, да? И дышать при этом воздухом. А ласты зачем? Ну, чтобы плавать. Ну и что, а без ласты что, нельзя разве плыть? На что похожи ласты? На утиные ноги. Так, уток такие, вот да, ноги вот так выглядят. Чтобы ходить. А и у рыб, наверное, вот... Что-то похожее есть, тоже как-то выглядит похоже. Нет, что? Нет. Плавники разве не похожи? А, плавники. И хвост. Так, чтобы плыть лучше, да? Да. Быстрее, вот надевают ласты. Ну, конечно, это надо к ним тоже приноровиться, чтобы уже уметь хорошо плыть. Вот, для этого вот это все надевают. Так, хорошо. И еще давай с собой, Сашуля, еще одно занятие сделаем. Где у нас эта книжка наша вчерашняя? Так. Ты хотела какую? Пожарную? Нет, я хотела... А, вот эту? Ну, давай вот эту. Ищи вторую часть. Так, вторая часть. Помню уже. Так, вот так, вот так. Угу. Вот, давай сначала стишок здесь тоже написан. С полицейскими встречаться. Полицейскими встречаться? Еще разочек, давай почетче. Красиво стараемся. Подожди, чик. Стараемся красиво говорить. Представь, что тебя слушает много человек. Подожди, нет, читать не надо сейчас, сейчас просто повторяем, для того, чтобы красиво сказать. С полицейскими встречаться. С полицейскими встречаться. 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 Нарушители боятся. Нарушители боятся. Ты сейчас на «ра» внимания не обращай. Просто в целом смотрим, чтобы красиво получалось говорить. От машины не сбежать. От машины не сбежать. Сможет вора вмиг догнать. Сможет вора вмиг догнать. Так, вот давай расскажи-ка, что здесь происходит. Давай покажем. Что здесь такое случилось? Давай, тоже с самого начала. Кто здесь есть? Вон, посмотри, там сзади.
банк. Так, это банк. Что это такое банк? Это где там хранят всякие деньги. Угу, да. Ну, там делают на телефон. Много денег там хранится, точно. Даже да, то есть люди могут хранить свои деньги в банке, а не дома. Так, и что же произошло? И пришел жулик. Украл. Где? Кто из них жулик? Лисенок. Так, лис. Он захотел, наверное... взять все деньги. Угу. И при этом взял деньги. Ну давай, как он это все сделал, как думаешь? Подумай сначала, а потом... Он зашел. Он надел... Ну, что у него? Маска. Он надел маску на лицо. Для чего? Чтобы... Как думаешь? Зачем маску? Чтобы, наверное, никто не узнал его. Чтобы никто его не узнал. Так. И... пришел. И пришел через окно, вообще это жулик. Ну, вполне возможно, через окно или дверь взломал. Открыл там замочек как-нибудь. И вошел через окно. Угу. Смотрит, там много золота, денег. Так. И взял все деньги в мешок. Так. И побежал. Угу. А заяц? А кролик позвонил полицейскому, он приехал. Кто приехал он? Полицейский. Ну, наверное, так. Приехала полицейская машина, да, с полицейским. Возможно, даже он не один там. Так. Ну, команда. Угу. И ловили нарушителя. А как называется этот нарушитель, если он украл? Так. Кто он? Жулик. Так, а еще точнее слово? Тот, кто ворует, кто? Если ворует. Вор. Вор, да, он вор. Грабитель еще говорят. Грабитель. Говорят, ограбил банк, да? Так, и вот так вот, и полицейские его теперь ловят, да. А что это такое у него, телефон? Рация. Так, и зачем рация? Рация, чтобы переговаривать. Да, между собой они переговариваются. А вот у этого полицейского что это? Свисток. Зачем? Это значит, чтобы они все побежали. Чтобы лисенок быстрее побежал от них? Нет, чтобы наоборот, они, команда. Нет, чтобы нет, он свистнул лису, чтобы тот остановился и говорит ему, как они говорят обычно полицейские, стоять? Лапы вверх. Точно. Ну и, наверное, скорее всего, они его поймали. Или за голову лапы. И увезли куда? В клетку. Ну, в тюрьму, да. Вот. Потому что хорошо это? Нет. Нехорошо, это преступление называется. Человек, который делает нехорошие такие дела, это преступник, да? Вот, а полицейские, они для того и нужны, чтобы преступников ловить. И тоже есть у них здесь что? Сирена. Чтобы приехать побыстрее, да, на место преступления. Сашуль, ну и давай еще с тобой порычим. Давай, знаешь сколько? 20 раз. Коротких. Давай. Подожди, не торопись. Поставила язык, улыбнулась, дуешь. Подожди, торопишься. Я не успеваю за тобой. Р. Хорошо, молодец. Так, на тебе награду, наклеечку. Можешь ее приклеить куда-нибудь. Можно сюда, можно на папку, можно куда угодно. Подожди, Сашуль, слушай еще. Подожди, тебе еще будет задание. Тебе самой, без меня. Чтобы было интересней. Вот этого слона можно тоже раскрасить. Хочешь узорами? Даже так же вот как-нибудь. Хочешь, он у тебя будет волшебный в сердечку. И одновременно тоже порычать. Хорошо? Без меня. Ладно? Тебе же самой нужно его быстрее съесть. Правильно? Съесть, чтобы разным цветом. Я имею в виду съесть, то есть научиться рычать правильно. Хорошо? Ну вот давай. Окей. Thank you.